Сюрприз готов. Идем к ребятам. Ребята, не поняла, почему в телефонах сидите? Вы ведь на море. Посетили, попробовали уже все развлечения? Конечно, мы еще не все посетили. Но накупались мы уже точно. Да, накупались мы, конечно, хорошо, но территория Рикса Сангейт настолько огромная, что мы еще не все увидели. Значит, ребята, мы в этом вам поможем. 100%. Друзья, мы вам подготовили рулетку колесо фортуны с заданиями и наказанием. Сейчас посмотрим, кому же из вас больше повезет. Здесь 10 заданий, ну и наказаний вместе взятых. Да. 4 задания для Настюши и по 3 задания для мальчиков. Хорошо, мне это очень интересно. Так, я младший игрок, я начинаю? Начинай. Так. Первое у нас... Заплести косички! Пацаны, реально, да. Повезло не только Насте, но мы хотели с вами, чтобы кому-то из вас попалось это задание. Ну, парни, и вам, и Насте повезло. Ставим отметочку, девушка. Настя. Кто следующий? Саша. Я давайте, очень давно хотела. Продолжаем. Саша у нас... Самая высокая горка в аквапарке. Это отличное задание. Санек. Пока вам везет. Олег, твоя очередь. Теперь я. Только тебе тоже повезло. Так. Смотрим. Это канатная дорога. Ого. Ух ты, Олег. Вау, это Олег, прикольно. Олег, на территории отеля я видела детскую канатную дорогу. Я думаю, ты справишься. Да, это интересно. Для Олега. Настюш, твой ход. Крутим. Так, спорим. Это, наверное, спорт возле моря. Это задание, конечно же, было для мальчиков. Но я думаю, что Настя справится. Я же гимнастка там. Что-нибудь да придумаем, да? Отметочка. Сань, твой ход. Ой, как же интересно. Сколько развлечений ждет нас. Так, и в этот раз переход сюда. Радужное мороженое, Саша, себе. Как можно больше слоев мороженого. Сделать радужное, крутое мороженое. Саша, для тебя задание. Так, Олег. Так. Новый отель. Ого, это что такое? Чтобы разнообразить наш отдых, тебе надо взять ответственность на себя и предложить нам отель, чтобы нас всех удивить. Чтобы всем нам было интересно и всем понравилось. И желательно побыстрее, чтобы мы эти ощущения, ну вот, уже хочу. Справишься? Постараюсь. Что-нибудь придумай. Пока, да? Олег думает, Настенька крутит колесо. Точка. Так, следующий сюда переход. Селфи из самой высокой или изящной точки отеля. Настя, что же это будет? Я тебе подскажу. Ты видела, где фотографы делают самые крутые фотки на территории этого отеля? А, точно, мы вчера видели, я понял. Да! Все, не рассказывай. Не буду. Потом покажем, да? Да. Окей. Так, тем временем я кручу. И вот тут. Экстремальный аттракцион, Саня. Там мне что-то везет. Ты смотри, как не горка, так аттракцион. Опа, стоп, Олег. Так что, там есть идеи по поводу отеля? Слушайте, а давайте все кардинально поменяем. Я нашел тут отель Rixus Land of Legends. Смотрите, там будет сказка для Насти и экстрим для нас. Там все кардинально меняется. Круто. Ну что, попробуем? Да. Заинтриговал нас Олег. Думаю, нам там всем точно понравится. Да. Готовимся к переезду, но у нас еще осталось 2 задания. Одно для Насти и одно для Олега. Точнее, для Олега и для Насти. Крути барабан. Так. Смотрим в правую сторону. И это бассейн 10 слоев одежды. Что? Серьезно? Надо надеть 10 слоев одежды и покупаться в бассейне. Это получается наказание? Ну да. Получается, да. Настюш, я думаю, 10 тебе крутить не надо, потому что он один. Это микс напитков. Это тоже, кстати, наказание. Как минимум 3 компонента разных и интересных. Поняла?
Может, да, и вкусно получится. А может, и не очень. Не знаю даже, но мне это наказание, задание понравилось. Для Насти. Я его с удовольствием выполню. Ну что, пошли за приключениями? Пойдем. Погнали. Олег уже готовится проходить канатную дорогу. Заходим в Rixie Kids Club и ищем нашу локацию. Пока Олег готовится проходить дорогу, Настя поиграется на детской площадке. Короче, канатная дорога есть. Давайте так, давай пройдешь ее за 5-7, давай за 7 минут, согласен? Да, думаю, если пройду. Не успеваешь... 25 отжимай. 25 отжимай. Привет! Обалдеть! Очень круто! Поехали. 7 минут пошло. Удачи, чувак, держись руками. Держись, давай, вперед. Думаем, что нашего взрослого мальчика канатная дорога выдержит. Ну, почти. Чуть-чуть осталось. Ну, да. Финиш! Есть! Вот сколько? Время смотреть. 4 минуты 14 секунд. Осталось. Успел, молодец. Супер. Я думал, за 5 справишься. Хорошо. А у меня предложение к твоему заданию. Вот море, а вот спортплощадка. У тебя спорт возле моря. Только она не простая, она полностью из дерева. Давай что-то придумаем тут. Кстати, мальчики тут занимались, я видел. А ну-ка покажите тоже, что можете. Здесь даже красная дорожка. Во дворе такие металлические турники, а здесь деревянные, натуральное дерево. Папа, помоги. Еще одна галочка есть. Вязаем. Опа! Популярное место для фото это вон там далеко возле розовой гориллы. Кстати, там сейчас фотосессия проходит. Нам сейчас надо пройти весь вот этот путь по пирсу и попасть на локацию нашу. Вот мы и пришли. Есть и еще обязательно селфи. Да, задание было селфи. Если немножко отойди подальше. Настя, вот это кадры, вот это история. Задание выполнено. Ура! И классные фотки, и прекрасные. Вот мальчики обзавидуются, да? Да. Саня и Олег. Во время ужина есть неплохая идея, можно выполнить мое задание с мороженым. Сейчас я буду плести много цветов в мороженое. Я надеюсь, у меня все получится. Я думаю,
хотя бы... Единственная проблема, там рожочки такие маленькие. Ну, бери две порции, значит. Ну что? Пробуем делать радугу? Давай. Настя, как думаешь, развалится все? Я думаю, да. Давай попробуй. Ну, почти. Пять цветов. Пять цветов. Готово. Настюх, засчитываем? И как ты это все будешь? Так, всем доброе утро. Доброе утро. А мы здесь неспроста, и вот это все тоже неспроста. Почему? Потому что я сейчас буду выполнять свое задание с 10 слоями одежды. Я сейчас это все надеваю на себя и прыгаю в бассейн. Так, давай будем считать. На тебе сейчас футболка. Футболка, шорты. Шорты. Под шортами что-то есть? Трусы. Считаем тоже. Значит, 3. Настя, вот бы тебе это задание выпало, да? Угу. Так, ну все, это уже 8. Одеваем сейчас еще халат и тапочки. Ты хитрый. Все, что надел на себя, прикрыл халатом. Ладно, и да. Ничего не понятно. 5, 4, 3, 2, 1. Давай! Вау! Это что-то необычное. Тапки повсплывали. Принцесса в ракушке, а точнее, Настя, ты как жемчужина в ракушке. Нас уже ждет трансфер. Ребята уже погрузились. По машине прохладненько. Мы с комфортом, конечно, с хорошим настроением приезжаем за новыми впечатлениями. Все поместились. Саня снимает телефон. Олег тоже смотрит в окошко. Настюха. Настюша в ожидании сказки. Вот и начинается горка аттракционов. Красота, легенда. Мы уже почти на месте. Land of Legends. Ох, какое все светлое, аж глаза рвет. Заходим, ребята. Настя, сколько леденцов тебя встречает? Точнее, нас всех. Ну что, ты попала в сказку? Да, это из одного мультика. Вот все, точно такое уже. Ну привет, чувак, как тебя зовут? А ну-ка проверим, кто у нас кто. Настя у нас подводник. А Саша у нас точно рыбка. У всех тематика рыба. Олег вообще кальмар. А мне не дают маску, смотри. Тебе надо дальше стоять. А у меня звезда. О, смотри, я тут. Это ведьмочка, Хэллоуин начинается. О, я волшебник или кто там? Приколясы, да? О, Настя фокусник. Настюша уже побежала искать Сашу и Олега. Здравствуйте, походу нашла. Посмотрите, сколько книг. Ух ты, Настя, все, может, перечитаешь за наши каникулы? Не знаю. А каникулы уже заканчиваются. Ух ты, ух ты. Получай, Олег, получай.
2-2, ничья! И на мягкую подушку сразу. Настя, нам на четверку, давай, нажимай. Чик, поехали. Поехали! Ой, класс! Смотрите, какая красота! Вроде поднимаемся на воздушном шаре, смотри. Обалдеть! Выходим. Обалдеть! Ух ты! Эти красивые стульчики здесь повсюду. Мы вроде как в королевстве, да? Да. Так, ребята, нам налево. Такой мягкий ковролин. Это наше? Да. У нас же открыто. Вау. Нас тут, наверное, ждут. Так. Заходим? Тут наши чемоданы. Давайте в ванную. Куда-то мы попали? Реально, сказка, что ли? Да. Такая сказочная ванна в таких красивых цветах. Здесь два душа. Два душа? Ого. Первый. А нет, это туалет. И туалет. Да, розовенькая, беленькая. Разные шампуньки, кондиционеры. В виде карамели. Наверное, очень сладкое, да? Но пробовать мы точно не будем. А подсвечники какие, в виде факела. Да, класс. Ох, Настя, о, смотрите, какое все сладкое. Здесь еще можно вешать халатики. Да, халатики и всякое такое. Выходим и сразу гардероб. Да, кто-то подсматривает, смотри, кто здесь смотрит, что слышит? Давай, опа. Девчонки подсматривают. Здесь да. Шкаф. А тут тапочки, тапочки даже на меня есть. Для папы, для мамы и для Насти. Наверное, это наша комната, да? Не знаю, по-моему. Ваша там, там огромная кровать, кровать, два дивана, получается. Так мы сразу попали в вашу? Ну, получается так. Ну, тапочки точно заберем с собой, да? Да. Ой, как красиво. Они такие... И здесь тоже карамельки. Да. И снова эти воздушные жарики. Жарики. Жарики, воздушные жарики. Один шкаф, второй шкаф. Ну, это для шуб, мама. Это для халата. Я шучу, конечно. Но места, мальчики, для вас точно достаточно. А зеркала какие, Настя, смотри. Здесь бочка. Здесь тоже. Ой, здесь вот такие булочки. Целая бочка молока. Да-да-да. Я думаю, это не просто бочка. Ну-ка, давай посмотрим. Конечно, это холодильник. Пустой ничего. А ну подождите, есть еще секретная какая-то полочка. Это очень секретная полочка, там все зашифровано. Зато какой сказочный этот холодильник. Да. PlayStation 4. О, кстати, да, это вам подходит. Дальше у нас тумбочка вот такая. Рабочий стол тоже необыкновенный. Это телевизор. Ого. Телевизор, это телевизор. Не тумбочка. Обалдеть, мальчики, вам повезло. Я думаю, что у нас тоже будет красивенько. Насколько я знаю, в этой комнате должна быть проекция. Вот экран, смотри, да, точно. Как его оттуда достать? Вон проектор, а оттуда будет выезжать экран. И тут можно играть и PlayStation, и смотреть телевизор прямо на большом экране на всю стенку. Прикиньте. А кресло какое? Кресло классное. Ретро-телефон классный. Так и написано ретро. И классная кровать. О, мягкая. Открываем. И проходим на балкон. Ого, тут жарище. Даже диванчик есть. Как же здесь все-таки красиво. Очень круто. Это реально сказка, ребят. А вид какой. Вон там находятся аттракционы, аквапарк. Не терпится посмотреть уже нашу комнату. Погнали. Очень прохладные и классные, и мягкие кроватки. А телефон у нас такой же, как и у мальчиков. Необычный, красивый. Алло, здравствуй. Шлемы уже светятся, вот такие у нас фонарики, подсвечники. Все, вроде бы включили весь свет, научились. Настя, смотри, у тебя целых два, даже три, еще один диван у мальчика. На выбор, три дивана. Где же ты будешь спать? Каждую ночь на новой кровати, Настя. Смотрите, здесь у меня будет игровая, а там я буду спать. Хорошо? Окей. А у мальчиков это моя будет
комната отдыха. Гостевая комната. Будешь гостевая. В гости к ним приходить, да? Да. Это реально сказка, правда? Очень круто. Здесь просто реально очень красиво, очень круто. И это реально сказка. И здесь мы точно наберемся впечатлений. Да! Настя, мама, у нас телевизор, кстати, такой же, как у Олега и Саши. Смотрите. Вот. Будем лежать на огромной кровати и смотреть интересный фильм. Да, и играть тоже PlayStation. Ура! Настя, с тобой интересную игру найдем, обязательно. Да. Красивые зеркала открываем. И здесь вот такие тумбочки. Мы здесь, наверное, будем слаживать наши... Вещи, конечно же. Пока здесь пусто. Вещи. Но это пока, вещей у нас много. Да. А вот. Настя, опять тапочки детские. Да. Девочки, что вы там заглядываете? Подсматривает за нами. Ой, сейф огромный, большой, огромный. Для ценных вещей. Да. Здесь у нас выход в коридор. Розовая дверь, какая красивая. Настя, в таких тонах мы еще точно никогда не жили, правда? Да, и ванная. Дальше у нас ванная. Здесь у нас точно такая же раковина, зеркальце, та-та-та. Ну что, Олег, ты свое задание выполнил на 100%. Да, ты молодец, ты нас очень сильно удивил. Прям всех удивил. Мы такой сказки еще не видели мы. Очень круто, ты молодец. Да, мне тоже очень нравится этот отель, очень крутой, классный. Ну все, ставим галочку, задание выполнено. На 100%. Триш! Вот, огромные горки в аквапарке, и здесь я выполню свое задание. Конечно. Сейчас Саша выбирает, на какой же спуститься, ну, да? С какой же съехать? Там две на одном уровне, только одна сразу вниз, а другая там идет сначала легонько, а потом резкий спуск. Ну, решай, Саша. Выбор ладно. За тобой. Ну, а мы, Настюша, здесь постоим и поддержим нашего Сашу, да? Да. Так, Санек выбрал горку, которая справа. Уже на старте, я так вижу. Давай, 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 Саня. Мне понравилось. Да, Настя, это было классно. Короче, я думаю, я сейчас хочу еще пойти на горку побольше. Ребят, ну она реально огромная, эта горка. Так, Олег справа тоже едет. Саня слева. Там, где ты слетаешь, получается, сверху, там есть одна секунда, когда ты просто в воздухе тупо. Это вообще, короче, ощущение классное. Горка классная. Но я так смотрю, ты не один, тебя братан поддержал, да? Да, 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 да. Вы в паре, молодцы. Да, вот эта горка поменьше, но она настолько крутая, это просто. У меня есть еще одно задание спуститься с экстремальной горки. Есть тут синяя, огромная. Это прям самая жесткая горка. Мы сейчас с Олегом начнем с красной, она попроще, но, говорят, ощущения те же. Так, ну что, наш паровоз выдвигается. Удачи, пацаны! Я ожидал вообще другого. Я думал, я вот так буду сидеть, балдеть, знаешь, а там надо, типа, реально было классно, короче, мне понравилось. Горка реально жесткая и крутая, да. Парни сняли обувь, сейчас садятся, закрепляются и летят. Так. Этот космолет запускается, сейчас они поднимаются вот на верхушку и летят вниз. We'll be right back.
Это было просто жесть. Короче, смотри, мы когда поднимались типа в самый верх, я уже понимаю, что закрывать глаза или нет, я такой открываю, и мы тупо полетели. Это... Короче, знаешь, как работает блендер? Ну? Вот это оно. Тебя тупо... Я видел, вы там так летели на это колесо, это просто капец. Это, брат, это просто жесть. Ну все, следующий заезд ваш, да? Да. Конечно. Мы уже хорошенько накупались и хотим, конечно же, покушать и выпить какой-то сок или водичку. И, кстати, Настюша выполнит свое задание. Смешает несколько вкусов соков и попробует, вкусно или нет. Так, смотрим, куда нам идти. О! Фастфуд! Фастфуд! Кафешка. Вот и охлаждающие напитки со вкусом ананаса, сладкой ваты, апельсинки и, я не знаю, может, это черника какая-то. Смешиваем все вкусы. Сначала ананас, сладкая вата. Голубика, да? Да. Ой, как красиво! Смотрите, 4 цвета. Настя, почти радуга получилась. Мама поддержит Настюшу, тоже смешала 2 вкуса, а у Насти аж 4. Не нравится? Вообще. Это реально. Если был бы один вкус, то было бы очень вкусно. А это не вообще. А у меня ананас и сладкая вата. Что надо. А можно попробовать? Попробуй. А ты мой попробуй. Да, у тебя нормально. А у меня как-то... Не очень. Как-то вообще безвкусно. И сладкая вата вообще даже не чувствуется. Нам осталось последнее задание, да? Да. Самое, наверное, желаемое. Потому что мне Настя уже все уши прожужжала, как же она ходит африканские косички. Да, здесь много цветов, но я хочу выбрать из этих. И, наверное, я возьму вот эти два розовенькие. Розовый цвет, окей. Красивые, правда? Очень. Так, вот что у нас получается. Очень красиво. Настя еще ничего не видит, но ей уже нравится, да? Да. Еще одна косичка и готова. Ой. Подравнивает все. А может, вот так оставим, Настюш? Ты как пони с этими волосами. Вот эти длинные тоже классные, но короткие круче. Все, готова прическа. Африканочка. Косички просто класс. Это самое крутое мое задание. Они у меня. Ребята, кому понравился челлендж, кому было так же круто и весело, как и нам, обязательно поддержите нас, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Да. До встречи в новом видео. Всем пока.